Ой! Смотри, кого спас! Думал, кошка? Да блин! У вас что здесь это? Где что? А? Ну вот. Чихнул. Будьте здоровы. Ай, что, блин? Синяки под глазами, что ли? Анализы мои видела. Че смеешься? Ну, говори уже. Не пугай меня так. Я не дам, все у вас нормально. Точно? Выглядите хорошо. Да. Ну что, как там конопля? Нормально. Растет, воняет. Я про кошку. И я про кошку. Недавно шишечки срезали. Че? Ну, яички, все. Нет, чтобы не орала. Так она же девочка была. Теперь точно. А будет орать, я еще раз срежу. Че, покажу у меня с собой. Не надо доставать. О, походу ворон запуталась. Я пошел. Да это не... Спасу. Да там нет никого. Понял. По мне залазь, доставай ее. Да я говорю, там нет никого. Ага. Я пошла домой. Пока. До свидания. Что случилось? Сифа звонит. Это кто? Жена моя. А что так грубо? Любя, Серафима, Сифуля, Сифозина, Любя. Фотку покажите? Не. Ну покажи. Ну быстро, разок. Ну быстренько. Это же Виктория Боня. Это Сифа. Не, я не знаю, она может и Сифа, но это Боня. Потому что мы с женой, как Боня и Клайд. В магазинах воруете? Мы картоху вначале взвешиваем, а потом докладываем. Поймают же. А вы как с твоей женой познакомились? С какой? Первый или второй? А у вас несколько было? 4. Сейчас 5. Да вы сердцеед. Откуда знаешь? Ну вы только что рассказали. Про Лиссабойну? Чё? Чё? Ну все, я пошел. Куда? Домой. Дядь Чижик, не надо. Ну поставьте, поставьте, не ваш. До свидания. Батюшки, красивый какой. Оля. Я. Привет. Здрасте. И куда это вы так вырядились? В Санкт-Петербург, в Ленинград. А что такое красивый-то? Светка тоже заценила. Какая Светка? Проводница. Вы что, прям в поезде в нем ехали? Я и спал в нем, чтобы не помялся. Он понюхал, курица пахнет. Это не пахнет. Что, нравится? Да. Тут жить будем. Тогда чурмаё. Да это лобби. Я занял. Да вы обалдели, что ли? Это холл гостиницы, блин. Номер в другом месте, пойдемте. Забирайте вещи и вытащите за собой. Совсем одурел. Зверёныш. А что, денег сэкономила, да? В недостройке жить будем. Ну, тут поклевка нужна, обои. Это стиль такой, называется лофт. А, понял. У нас на зоне тоже лофт получается тогда был. А мы не знали. Надо пацанам всем позвонить, рассказать. А, я же в розыске. А, в роминге. В роминге, Оля. Ну что, в Питере смотреть будете? Улицу разбитых фонарей. Тут же телек есть. Я тебе точно говорю. Все бывшие делятся на два типа. На тех, с кем ты дружишь, и даже иногда лайкаешь их фоточки. И на тех, которые хочешь, чтобы умерли. Причем как неприятно случайные встречи со вторым типом. Сразу тебя пробивает пот, ты стоишь как мудак и смотришь в одну точку. А она идет вся такая красивая, королева, и делает вид, что она тебя не узнает. Она тебя забыла. Вы неделю назад расстались, а она тебя, блядь, забыла. Она забыла ключи от дома, за свой телефон заплатить, и тебя забыла. Пам-пам. Баба-рыба с памятью 5 секунд. Нет, я, конечно же, не против встреч с бывшими, но я хочу, чтобы они проходили вот так. Выходишь на улицу весенним солнечным днем, а ее красивое личико глодает собака. Соседская. Фу, фу, Ричард, что ты делаешь? Тебе нельзя жирное! Фу. Вот это были бы встречи. Уснул. Сумку охраняет. Не опалил? Не опалил? Кто? Дракон. Уснули, да? Прикорнул. Потом уснул. Просыпайтесь и разбудите свой кошелек. Чё, жене позвонить? Да нет, ваш кошелек в Яндекс.Деньгах. Так не надо, не надо. Я никуда ничего не правда. Кошелек в Яндекс.Деньгах есть почти у всех. У меня что, 2 кошелька получается? Получается, да. Жене ни слова. Нужно активировать свой кошелек, и можно выиграть 100 миллионов баллов. Чем докажешь? Ну вот, смотрите. Угу. И чё это? Ну вот, нажимаете, пора проснуться. Угу. Всё понятно? Ничего не понятно. Ну смотрите, 100 миллионов баллов. Там 1 балл равен 1 рублю. Понятно? Ничего не понятно. Смотрите, ещё раз, 100 миллионов баллов. Там 1 балл равен 1 рублю. 1 рубль это 100 грамм копчёнки. Поподробней. Давайте сначала.
Вы что, вообще сдурели? Оля. Переверните табличку. Я говорю, переверните слово-то, это ужас. Что делаете тут? На кошке. На еду собираю. Попусту время, чтобы не тратить. Пока жду тебя. Она жрет, знаешь сколько? Вот такая вот, пушистая. Скоро стричь буду. Так вы, значит, мошенник, да? Почему? Крещеный. А крестик где? В ломбарде. Вот вам не стыдно, взрослый, работающий человек, и деньги выпрашиваете? А гаишникам не стыдно? Я не знаю. И я не знаю. Я же вам хорошо за съемки плачу. Так это мы с женой откладываем. А она на шубу, я на развод. Вы если животное содержать не можете, лучше отдать его кому-нибудь. Так она не идет никому. Говорит, я твоя жена. Ладно, сколько насобирали, покажите. Ой, сейчас. Да тут мелочевка одна сегодня. И вот это. Белорусские зайчики, наверное. Надо? Давайте. А это вот за сегодня вам. О, 1000. Другое дело. Вот это деньги, это хорошо. Ну все, идите. Это иди, у меня тут место хлебное.